записывать для истории, как было, как будет. Сейчас мы сделаем септик. Тут будет подключена вода. Она будет идти примерно вот так вот напрямую до этого домика. До переднего левого угла, наверное, может, до правого. И потом я там подключу уже под домиком, наверное, просто трубу положу. Потому что, ну, можно разрывать это все, но тут уже у нас все красиво, как бы, если оно нароется, оно как бы все попортит. Но оно и так, я боюсь, что все попортит. Весь наш ландшафтный дизайн. Значит, вот это септик, да. Это бак такой на 1000 галлонов. 3700 литров получается. Не знаю, не мерил. Это такой вот маленький экскаватор. Он чуть больше, чем тот, что я тогда работал. Но он говорит, что он типа все сделает. Ну, посмотрим. Здесь есть такие ковши. Один большой, второй маленький. Вот такая штука, чтобы деревья брать. Но она вряд ли понадобится. А вот этот, чтобы выгребать траншею под трубу. Вот эту воду, которую нам надо провести. Он, вроде как, как он сказал, будет вот этим ковшом делать. Посмотрим. Или он будет сначала долбить чем-то. Короче, посмотрим. На этом месте будет септик. Сейчас тут немножко тесновато получилось. Домик надо будет на 1 фут подвинуть. Это можно там домкратами поднимать его, так поперекатывать, в общем. Ну, значит, дренаж на 12-18 футов примерно. Ну, вроде можно чуть меньше, можно чуть больше, но примерно так он сказал. И бак где-то вот здесь сверху будет зарываться. Но здесь начинается такая хорошая, как бы, горка. Не знаю, как он ее будет долбить. Прямо такая сплошная лава здесь идет. Посмотрим. Ну и по идее он будет где-то вот так посередине бак стоять, чтобы потом, если мы привезем второй домик, то мы его тоже туда подключим. Хотя вот насчет траншеи вопрос. То есть, по идее, нам надо будет вот эту траншею сразу сделать. Не знаю, захочет, наверное, сразу денег дополнительных, потому что мы... Ну, мы, в принципе, говорили про траншейки, но не про трубы. То есть, трубы мне надо будет самому купить, заложить, засыпать. Ну вот, все, ждем прогресс.